отряд! Доброе утро! Доброе утро, третий отряд! Доброе утро! Вообще спит третий отряд. Доброе утро, четвертый отряд! Доброе утро! Доброе утро, пятый отряд! Доброе утро! Доброе утро, шестой отряд! Доброе утро! Доброе утро, лагерь «Волна»! Доброе утро! Доброе утро, лагерь «Волна»! Доброе утро! Доброе утро, лагерь «Волна»! Доброе утро! Ну что ж, я вам аплодирую лично за то, что вы сегодня никто не опоздал и никто не проспал. Которые будут сегодня наказаны, потому что, как говорится, в фильме есть наряды на работу. Поэтому я сегодня буду следить за качеством и правильностью выполнения упражнений. Отряд, который хуже всех и некачественно будет выполнять и несинхронно, будет разговаривать, например, как пятый отряд вчера, тот отряд и будет наказан и удостоится великолепной миссии по уборке территории лагеря. Вот это просто супер наказание. Поэтому, ребята, давайте постараемся, чтобы я нашел этот отряд, нужный такой лагерю, который поможет навести порядок к приезду наших сегодня гостей. Вы согласны? Да! Кто пойдет убирать? Шестой отряд? Да! Спасибо, спасибо. Шестой отряд, молодцы, вообще. Ну что ж, начнем. Начнем сначала, как обычно. Встряхнули хорошенько ручками. Хорошенько встряхнули ручками. Так, кто там? Пятый болтает? Пятый, смотрю, хочет пойти сегодня. Кто там болтает? Поработать. Хорошенько встряхнули ножками. Отнесли ножками, хорошенько взбодрили. Кто болтает? Отлично. Наклоны головы, наклоны шеи. Делаем все подсчет. На счет раз вперед, на счет два назад, на счет три вправо, на счет три влево. Готовы? Да! Смотрим синхронность. Поехали. Раз, два, три, четыре. Не знаем, где право, где лево. Раз, два, три, четыре. Вообще не знаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно сделать шажок вперед. Маленький шажок вперед. Итак, ребята, готовимся к бассейну. Он практически уже залит. Еще сутки, и бассейн будет готов. Поэтому махи руками вперед на счет 4. Махи руками назад на счет 4. Поехали. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три. Вожатый конец отряда. Не вижу. Четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз. Два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Ребят, давайте поаплодируем вожатым. Они заработали все на 25 председателей. Будут играть вместе. Они молодцы. Правая ручка вверху. Левая ручка внизу. Рывки руками. На счет раз, два. Правая рука вверху. На счет три, четыре. Левая. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы, вожатые спят. Вожатые заработали 30 приседаний. Отлично. Руки на уровне груди, а там в правой стороне. Руки на уровне груди. Рывки руками. На счет раз, два перед собой, на счет три, четыре в правую сторону, затем в левую. Готовы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Руки на пояс, вращение туловища. Медленно, хорошенько тянемся. Сначала по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Готовы? Поехали. Поехали. Раз, два, три. Тянемся. Четыре. Раз, два, три. Тянемся. Четыре. Андрюха, не филонь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Ну и готовы? Да! Раз, два, три, четыре. Не спешим. Пять. Не спешим. Шесть. Семь. Восемь. Первый отряд хотим больше. Девять.
10. Девочки закончили. 18. 19. Пошел. Второй отряд, разойдитесь чуть-чуть. Чуть-чуть разойдитесь. Орлы, спортсмены, комсомолы. Ну что, пятый отряд. Сегодня вы были самые болтливые, правильно? Да. Особенно правая часть вашей зарядки. Следовательно, сегодня у вас какой день? Молчание. Молодцы. А что такое день молчания? Входим в столовую молча, выходим из столовой молча. Молодцы. Но до своего корпуса вы как должны сейчас дойти? Молча. И как? Молча. Как? А еще как? На корточках. Беззвучно. Чтобы мышка слышно мышку. Садимся. Неймар, садимся. Второй отряд, разойдитесь немножко. Артем, отдельное приглашение. И до своего отряда молча маршируем. Второй отряд, подходим. Ваше задание. Александр, им пожестче или послабее? Как его зовут? Марк. Все садимся, кроме Марка. Марк, тебе же знаю. Кругом. Марк, иди сюда. Самой будешь сейчас. И начинаем по кругу. Вот так вот, да? Со словами. Марк больше никогда не будет разговаривать на зарядке. Поехали! Не слышу! Не слышу! Я ж не виноват, что он вас заставил это делать. Пиздец.